подарков там много очень собирали. Будут дарить эти дачные дети подарки малоимущим. Ну и все, если хотите, можете. Добро. Ждем начала. Чисто. Первое сказочное чудо. Вовсе я не чудо, я настоящий! Настоящий я! Ну, во-первых, не настоящий, а во-вторых, до Нового года еще далеко, так что ты зря сюда явился. И вовсе не зря меня дети позвали. Правда, дети? Кто это тебя, Дед Мороз, сюда звал? Дети пели песню. Святой Николай, явись к нам. И я пришел. Дед, это не тебе пели и не тебя звали. Минуточку, минуточку. А ну-ка, дети, скажите, кто я? Николай! И подбрасывал бедным деньги. Или давал в холодильник, ну, ложил еду. Вещи давал. Ну, тогда холодильников не было. Перебрали чуть-чуть. Ну, молодец. Ну, еще одна интересная история. Расскажи всем. И у нас постарше, да? Он еще приносил. Ваня. Ваня. Во имя святителя Николая Чудотворца в 866 году был крещен Аскольд, первый русский князь-христианин. А над его могилой в Киеве святая княгиня Ольга построила первый в русской церкви храм во имя святителя Николая. О, какой Ваня молодец у нас. Видите, какие знания. Я ему сейчас самую сладкую льдинку дам. О! Держи, Ваня. Спасибо. Дедушка Мороз. Только чтобы горло не заболело. Тут к нам еще пришли ребята из... Андрюша, объяви, кто к нам пришел? Ну-ка. К нам пришли ученики класса 3 Г из школы гимназии номер 1, и они подготовили стихотворение. Немножко расступимся, да, детки, давайте. Немножко расступимся. Пришел поучаствовать, поприсутствовать в сегодняшнем празднике. Желаю всем здравия, душевного, телесного, и хочу поздравить всех. Самый приятный момент. Вкусности, сладости. Аж затихли все. Не толкаемся. Так, становимся по одному. Я каждого. Это да.